Всем привет! Мы на канале Hawk Moto, где мы рассказываем о продукции нашего бренда. И сегодня в нашем видео очки с подогревом для зимних видов спорта Hawk Moto Snow Pro. И прежде чем мы перейдем к описанию их характеристик и свойств, давайте откроем этот кейс и посмотрим, что идет в комплекте с данными очками. Итак, помимо самих очков, упакованных в двойной слой, состоящий из целлофанового мешочка и бумажного защитного слоя, в комплект поставки очков Hawk Moto Snow Pro входят фирменный кейс, сами очки с аккумуляторными батареями, закрепленными на ремне, мешок, в котором эти очки проведут большую часть своей жизни, бархотка, предназначенная для чистки и обслуживания линзы, а также блок питания и кабель USB Type-C. Кроме того, здесь вы найдете инструкцию, позволяющую легко разобраться, как пользоваться этими очками и чего следует избегать при их эксплуатации. Если говорить о всех схемах очков для зимних видов спорта, то для модели Hawk Moto Snow Pro выбрана, пожалуй, самая оптимальная и эффективная схема, когда батареи и управление нагревательными элементами расположены на ремне этих очков. Для сравнения, схема, когда питание нагревательного элемента очков осуществляется непосредственно от бортовой сети, скажем, снегохода, или расположена в кармане вашей экипировки, осуществляется от пауэрбанка, оно связано с наличием длинных проводов, ведущих от очков к вашей экипировке или непосредственно к снегоходу. Такие провода могут со временем перетереться, ну а если ваши зимние виды активности достаточно энергичные и связаны с активными движениями на снегоходе, на горных лыжах, они могут быть просто оторваны при резких движениях. В то время как очки со встроенными элементами питания представляют собой самый надежный способ защиты линзы от запотевания или покрытия инеем, если температуры за бортом будут совсем уж низкими. Очки Hawk Moto Snow Pro полностью соответствуют европейской директиве 89686 EEC и выполнены в соответствии со стандартом EN 174-2001. Эти нормативные документы задают стандарты контроля качества защитной экипировки и, в частности, защитных линз по многочисленным параметрам. Линзы модели Snow Pro полностью защищают от ультрафиолетового излучения длинноволнового и средневолнового диапазона, то есть от так называемого ультрафиолета А и ультрафиолета Б. А на внутреннюю поверхность линзы нанесено специальное покрытие, которое предотвращает запотевание и помогает картинке оставаться такой же яркой и контрастной, которой мы ее видим обычно. Питание нагревательного элемента линзы, как я уже сказал, осуществляется с помощью двух аккумуляторных батарей, расположенных по бокам маски и закрепленных на тянущемся резиновом ремне. Управление обогревом расположено на корпусе правого аккумулятора и производится с помощью одной кнопки. Однократное нажатие на кнопку длительностью более 3 секунд приводит к активации первого режима нагрева. Переключение между режимами производится однократным нажатием на кнопку длительностью более 1 секунды. При включенном нагреве однократное нажатие на кнопку длительностью более 3 секунд выключает нагрев. В первом режиме линза нагревается слабее. Он подходит для температурного диапазона от 0 до минус 10 градусов. При его активации кнопка на корпусе батарейного блока горит зеленым огоньком. Во втором режиме происходит более интенсивный нагрев линзы. Он подходит для сильных морозов. При его активации кнопка на батарейном блоке горит желтым огоньком. Зарядка элементов питания осуществляется с помощью кабеля USB Type-C с разъемом, расположенным на правом блоке питания. Каждое нажатие на кнопку управления обогревом линзы сопровождается звуковым сигналом, а также ощутимой вибрацией. Ее можно почувствовать, даже сидя на заведенном снегоходе. Разумеется, охват ремня регулируется с помощью двух пряжек, расположенных на затылочной части. Ну и на всякий случай напомним начинающим сноубордистам или снегоходчикам о правилах эксплуатации линзы с внутренним противозапотевающим покрытием. Дело в том, что интенсивное протирание обычными тряпками приводит к износу данного покрытия, после чего оно просто перестает функционировать. Восстановить такое покрытие даже с помощью специальной химии практически невозможно до первоначального состояния. Поэтому постарайтесь избежать при чистке внутренней части линзы сильного нажима при протирании, а также использовании ядреной химии. Итак, давайте еще раз пробежимся по основным свойствам очков с подогревом для зимних видов спорта Hawk Moto Snow Pro. И прежде всего, это самый эффективный способ борьбы с запотеванием – нагрев линзы с помощью двух элементов питания, расположенных по бокам маски.
Далее, соответствие всем отраслевым стандартам качества позволяет говорить о надежной защите глаз райдера как от механических повреждений, так и от вредного ультрафиолетового излучения. Ну и, наконец, возможность выбора режима обогрева линзы позволяет использовать эти очки в широком диапазоне температур. Это были очки с подогревом для зимних видов спорта Hawkmoto Snow Pro. Свое мнение по поводу этой модели, а также вопросы специалистам по поводу нее, вы можете задать в комментариях под этим видео. Также напоминаем, что актуальные цены на всю продукцию компании Hawkmoto вы можете найти на сайте hawk-moto.com. С вами был канал Hawkmoto. Всем пока!